Дорогие коллеги, здравствуйте. Дмитрий Кажданов приветствует вас. Сегодня пойдет разговор о брашинге для создания объема G-серии. Вот, значит, это данная модель G60. Вот видите, маркировка G61. Вот, значит, у нас на коробочке, видите, даже описание, да, такое вот некое, да, что, видите, объемные такие укладки можно делать, ну, как подтверждение тому, что данный брашинг обладает свойством делать объем, да. Вот, вот такой брашинг, такая у него упаковочка, вот, да. Давайте мы его откроем. Это у нас обозначает, что брашинг у нас продувной, да, то есть, видите, тут волна тоже, то что можно лишний раз показывать о том, что можно делать объем, да, то есть волны это все-таки у нас объем, так как всегда считается. А вот здесь вот даже посмотрите, видите, даже вот видите, подвернуть можно, вот видите, волосы там всевозможные различные укладки делать. То есть этот брашинг под объем. Значит, смотрите. Вот такой брашинг. Вкратце вам о нем расскажу. Значит, щетинки. Вот они, видите, у нас щетинистый такой вот у нас. Основа у нас деревянная, достаточно легкий, в принципе, да, то есть очень легкий. Продувной, сразу говорю, брашинг продувной у нас. Дырочки, это у нас специально, чтобы у нас влага быстрее испарялась, не задерживалась на инструменте. Вот, размер 60-ка, значит, смотрите, как я помню, да, то есть, помню, в принципе, этим размером, ну, можно корешку вытягивать, то есть, это средней длины, то есть, там, вот, даже здесь вот на фотографиях, видите, даже все средней длины, как я и говорил, то есть, ну, где-то вот даже короткие, вот, видите, даже, вот, ну, средней длины, то есть, длинные волосы, им, ну, нет никакого смысла там делать какие-то объемы или что-то, то есть, в принципе, нормальный размер для создания объема на средней длине. Качественный материал, щетинки, ничего у нас не плавится, никакой статики, достаточно долго ходит. У меня коллега одна брала этот брашинг, ну, наверное, года 4 назад, и я вам хочу сказать, говорит, за 4 года, говорит, я, говорит, его не сильно ушатала. Ну, склонен ей верить, судя по фотографиям, которые она присылала. Вот. Так что, если вы хотите делать объемные укладки, да, то есть этот брашинг, собственно, для вас. А если вам нужен брашинг больше под вытягивание, я вам расскажу об этом брашинге, который больше на вытяжку работает в следующем моем видеообзоре. Это брашинг, ну, чтобы вы, если что, можете так посмотреть, черный тигр, да, то есть, или просто там тайгер называется, ну, его кто-то называет черным тигром, ну, просто тигр, условно говоря, там тайгер будет на нем написано, вот, те брашинки, да, для вытягивания, данный брашинг, он все-таки для объема, вот. Вот такой маленький у нас 4-минутный обзор получился. Вот, если будут какие-то вопросы, вы мне задавайте, пишите, я с радостью вам расскажу, подскажу, чем буду рад поделиться своим опытом. Всем спасибо, всем точных стрижек, хорошего настроения.